В воскресенье 27 сентября в Трехгорке и Немчиновке вновь состоятся акции по раздельному сбору отходов. В Новой Трехгорке сбор будет проходить с 11.30 до 13.30 на площадке между домом номер 74Б на улице Кутузовской и домом номер 80 по улице Чистяковой. В Немчиновке акция проводится с 12 до 14 у здания КДЦ на Советском проспекте, дом 4. Кроме того, все неравнодушные смогут помочь сообществу помощи бездомным животным. Можно приносить сухой корм и консервы для собак и кошек, миски, ошейники и многое другое.